Привет, друзья! Сегодня помидоры с медом на зиму. Обалденный рецепт! Вот такие у меня красивые помидоры. Хорошенько моем. Банки стерильные. Кладем петрушку. Кладем помидоры. Кладем лук, красный и белый. Еще петрушка. Вот так вот получилось. Заливаем помидоры кипятком. Закрываем крышкой и оставляем на 10 минут. Воду сливаем с помидор. Кастрюля у меня с меркой. Здесь 1,5 литра. Добавляю до 2 литров. Граммовку смотрите под видео. Добавляю соль, сахар, мед. Перемешиваем и ставим на огонь до закипания. В каждую баночку немного сушеного базилика, можно свежий, но свежего у меня нет. Добавляю сушеный. И в каждую банку по чайной ложке зерен горчицы. Маринад закипел, добавляем 9% уксус. Перемешиваем. Заливаем помидоры. Закрываем хорошо крышкой. Теперь банки переворачиваем, укутываем и до полного остывания. На этом все, друзья. Обязательно попробуйте вкусный рецепт. Зимой будете балдеть. На этом все. Всем спасибо. Приятного. Пишите комментарии. Мира, добра, удачи. Пока.